Ширина полотен получается у нас здесь 4,5 метра. Вот, поскольку плоттеры больше 4,5 метров не берут, здесь даже пришлось сшивать шов. Его абсолютно не видно, но он здесь есть. Он здесь есть? Вот он, я его нашел. Я его нашел. Как вот хорошо выглядит шов все-таки. Вот, в общем, эту фотопечать нам изготавливали тулики, компания Браво. Спасибо им за это. Так, значит, дальше, что у нас здесь установлено? Здесь у нас установлен разделитель, так как надо было обогнуть дымоход. Вот, ну, увели, соответственно, это на заднюю стенку, чтобы меньше в глаза бросалось. Флексовские профиля, парящие, диодка, если не ошибаюсь, домилет стоит. Вот, дальше из интересного. Здесь сверху делали специально вот эту полоску. То есть мы не пришли под острыми углами двумя полотнами, а сделали вот такую полосу шириной 40 сантиметров, если я сейчас правильно помню, для того, чтобы можно было установить освещение и для того, чтобы можно было установить вот эти пилоны, шесты, короче. Вот, значит, здесь, если обратить внимание, на пилонах большие вырезы. Вот, это желание заказчика, он уже там заказал какой-то пластик, чтобы все это закрыть, для того, чтобы данный пилон был обслуживаемый, чтобы можно было подобраться к крепежам, подтянуть и так далее. Таких у нас установлено две штуки. Вот. Впоследствии эксплуатации выяснилось то, что, ну, в принципе, это было понятно изначально, это просто все монтировалось летом, когда наступили холода, потолки начали втягиваться, так как это крыша, дальше идет утеплитель, соответственно, много все равно щелей, продувов и так далее. Вот. И нами были установлены по углам вот такие вот вытяжки, в принципе, на каждую сторону по две вытяжки, и это полностью решило проблему со втягиванием. Вот. Ну, такой вот, в принципе, объект. Довольно симпатичный, он был исполнен за один день. Вот. Очень переживали за полотна. Полотна действительно дорогие. Вот. Но все получилось классно, здорово.